Привет, друзья! Швабы сами уже начинают запутываться, потому что гоняясь за властью, прибылью и контролем, забыли вечные ценности. А законы природы таковые, что от них никуда не денешься. Это самые высшие законы. Только потом человек создает законы в обществе, которые все равно совершенствуются в конечном счете, через всякие перипетии, через эпохи неопределенности, когда мир переходит на новую стадию эволюции, создает себе искусственный интеллект, чтобы стать конкурентом друг другу, они стали, чтобы не потерять рабочие места, человек начинает задумываться, чем же он отличается. Оказывается, только люди делают открытия. Но не только могут любить, творить, созидать и быть счастливыми. И вот здесь вот какой момент интересный. Ко мне очень много людей звонят, которые, болеют. Болеют, прямо сказать, и ковидом болеют, и выходят из ковида, и так далее. И вот тут такой момент очень важный. Вот пример. Женщина, которая болеет. Она и наши вебинары смотрит, и наши бесплатные все ликбезы смотрит. Но при этом она только этим и занята, что она только болеет. Вместо того, чтобы, а хочешь быть здоровым, сильным и красивым, я не говорю умным, потому что скажешь умным, еще и обидится, потому что каждый себя считает неглупым, правда? Хотя человек, когда с головой не дружит, он не знает об этом. Короче говоря, суть-то моих слов в чем? Вечные ценности, любовь, сопереживание, потребность в сотрудничестве, в коллективном творчестве, счастье быть собой. Она вот чем занимается? Она не занимается любимым делом, она только болеет. Она только болеет и в интернете все время ищет чьи-то советы. То методы такие, и мне все это рассказывают. Я говорю, зачем тебе все это? Я, говорит, сегодня 20 раз отжималась от пола, потому что я читала, что это полезно. Я говорю, слушай, не надо тебе этого делать. Ты сейчас находишься на стадии восстановления. А что надо делать? Делать только, что тебе приятно по критерию максимальной комфортности. Выбирай те действия, которые тебе приятны. Надо, наконец, при восстановлении, чтобы быть здоровым, чтобы набраться сил. Для этого надо делать только то, что тебе приятно. Это же режим восстановления. А потом будешь делать то, что надо делать. И поэтому самое главное, и начинай думать, чем помочь другим людям. Ты же творец по природе, как же иначе может быть? Это же вечные ценности, сопереживание, сотрудничество, способность к деятельности, поделиться с другом. Подумай, чем ты можешь быть полезен, занимайся любимым делом, а не только лежи и переживай, что там будет завтра там и так далее. Помни вечные ценности, любовь, сотрудничество, созидательность. Поэтому швабы запутываются. Сейчас все люди все больше и больше начинают понимать, что все это сделано для того, чтобы их контролировать. Дорогие мои, какой такой прорыв будет? Прорыв будет, чем больше людей сейчас разочаруется во всех этих их таких штучечках всяких. Понимаете, да? Тем больше будет работать сознание, потому что как только придет адаптация, снимется стресс, человек и человечество почувствуют, чего оно хочет. В футбол играть или строиться. И самые воспитанные послушанием, самые воспитанные именно повторяемостью, самые воспитанные именно законопослушные, они исполнители, они в первую очередь стали это подчиняться, естественно. А у нас в России, видите как, да, правильно все, потому что мы между Западом и Востоком. А сегодня вебинар будет, бесплатный ликбез в 20 часов 30 минут.
мне там подсказали, говорите серьезнее, потому что у вас уже такой авторитет, а вы такой шутник, такой юморист. Да я потому и серьезный человек. Я встречался с гениальными людьми, с гениальными, очень гениальными. Они были очень простые, а те, которые щеки надувают, ну, мне на них смешно смотреть. Значит, они не занимаются полезным делом, не занимаются любимым делом. Да, друзья, сегодня ликбез в 20 часов 30 минут, ну, сделаю серьезным таким, да, тем более картину дорабатываю. Во, будет картина, друзья, давайте советы, где там белого, где там красного, может, синего, может, зеленого, чтобы была сплошная радуга. Всех обнимаю, друзья. До ликбеза, до встречи. Готовьте зумы, выходите с вопросами, получите такие ответы и уникальные приемы. Конечно, мы всегда даем только новое. Поэтому наша школа очень нужна. Чем хуже везде, тем мы нужнее, друзья. Всем привет, здоровья, крепости силы духа и счастливого состояния. Счастье – это естественная вещь. До встречи, друзья.